Мы вас приветствуем. Популярность командных игр набирает обороты. Одинцовский молодежный центр запустил игровую серию в сети. Для участия необходимо быть дома и иметь доступ в интернет. Подмосковье – это интеллектуальная, командная игра, в которой главные роли отведены логике, эрудиции и сообразительности. С помощью онлайн-конференции можно большое количество мероприятий проводить, в том числе интеллектуальные игры. Поэтому решили попробовать провести наши традиционные игры в режиме онлайн. Организаторы подбирают вопросы таким образом, чтобы максимально снизить возможность подсмотреть в интернете правильный ответ. Играть нужно честно, даже онлайн. Ребята общаются, и идет хоть какие-то социальные коммуникации. Самоизоляция не повод отказываться от общения и развлечений. Молодежный центр не останавливал свою деятельность даже в нерабочие дни, чтобы переформатировать свои мероприятия и перевести их в онлайн. Спасибо вам большое, нам очень понравилась игра. Было, конечно, очень волнительно. Спасибо вам за возможность проявить свою эрудицию и побыть со своей семьей не просто как семья, а именно как команда. Каждый себя проявил как мог. Спасибо вам большое за эти эмоции. Побыть одним целым, стать лидерами, взять призы за первые места – все это дает участникам «Игра Подмосковья». Команды, которые набрали наибольшее количество баллов, получили не только титул победителей, но и подарки. А кроме того, огромный заряд позитива. Екатерина Тулупова, телекомпания «Одинцова».